В 2011 году кафедре менеджмента инженерно-экономического факультета ТПУ исполнилось 60 лет. Она существует с 1993 года, а до этого времени она называлась кафедрой экономики промышленности и организации предприятия. Под таким названием в 1951 году она была организована путем выделения ее из состава одной из ведущих выпускающих кафедр института – кафедры технологии машиностроения. Уникальная. Первая в стране кафедра менеджмента намного опережала свое время. Первоначальный штат составляли всего три преподавателя. Кафедра обслуживала студентов 4 и 5 курсов по двум учебным дисциплинам – экономика промышленности и организация планирования и управления. Выпускники ценились на вес золота и распределялись на самые крупные предприятия страны. Свой 50-летний юбилей работы в составе подразделения отметил доцент кафедры Юрий Степанович Прокофьев, один из немногих корифеев, кто стоял у истоков профильного образования. Сегодня качество подготовки студентов обеспечивает высококвалифицированный преподавательский состав. Большинство сотрудников, кроме ученой степени, имеют два высших образования – техническое и экономическое, что позволяет им обучать студентов различным экономическим дисциплинам с уклоном в специфику конкретного вида промышленности. Активно развивается и научная школа. Профессорско-преподавательским составом, аспирантами и студентами кафедры менеджмента в рамках приоритетного научного направления ТПУ «Теоретические исследования и разработка социально-экономических и гуманитарных технологий в производстве, науке и образовании» осуществляется научная работа по нескольким направлениям. Готовятся и защищаются кандидатские и докторские диссертации, публикуются монографии и научные статьи, выполняются научно-исследовательские проекты. Благодаря своей работе студенты и сотрудники получают гранты на исследования различных фондов. В 2009 году на базе кафедры менеджмента создана лаборатория менеджмента и управления маркетинговой деятельностью. Сотрудники лаборатории взаимодействуют с администрацией Томской области по проблемам регионального развития и его мониторинга и с научным образовательным центром ТГУ по проблемам стимулирования развития региональной инновационной системы, а также с другими организациями. В этом году галерею наград кафедры украсил знак основателя научной школы по проблемам управления рыночной экономикой, врученной Ирине Никулиной. Ежегодно около десятка студентов кафедры участвуют в программе международного академического обмена. Преподаватели читают более 15 предметов на английском языке иностранным студентам из других стран. На протяжении 2 лет на кафедре ведется интенсивная работа по открытию совместной программы с французским университетом города Орлеана по подготовке магистров.
Сегодня кафедра стремится в будущее. Учебный процесс выстроен таким образом, чтобы готовить к выпуску не только грамотных, но и самостоятельных специалистов-практиков. О знаке качества, которым отмечен диплом выпускника кафедры, говорит и то, что сотрудникам биржи труда о них ничего не известно. Практически 100% выпускников трудоустраиваются по специальности. Среди выпускников кафедры Жамбал Нинбуев Батож Аргал, заместитель председателя комиссии по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации. Алексей Сайкин – один из самых успешных бизнесменов России, президент компании «Волга-Днепр», входящих в список компаний мировых лидеров грузовых авиаперевозок. Оксана Козловская – первый заместитель губернатора по экономическому развитию, лауреат национальной премии «Олимпия». Ирина Никулина, заведующая кафедрой, доктор экономических наук, депутат Законодательной думы Томской области, член Высшего экономического совета при губернаторе.